Всем привет, короче, мой влог. Будем быть там бокс. Боксеры стоят великие. А что боксеры? Ты снимаешь уже? Да. Всем здорово. Ебать, у нас конченый какой-нибудь блог, блядь, получится, нахуй. Почему конченый? Отвечаю, блядь, дизлайков хуево туча будет. Нет, бокс будет. Один из дизлайков это мой. Дурак лег, что ли? Да ладно, я шучу. Не надо. За дизлайком. Сейчас, блядь, будем накручивать лайки, все потом ебать кого-то и пацаны, нахуй. Конечно. Короче, я не ебал. Что такое от записи? А что такого? Пошел в пизду, блядь. Так, короче, мы идем в фабрику бойцов. Берем, короче, калаша. Идем в Мари бороться. Походу сегодня будет весело. Не знаю. То ли хачина, блядь, то ли не гибридская. Короче, это, блядь, фотка. Влог снимаю. Это Борис, короче. Да ладно, ты выкладывать будешь? Да. Ну ты мудак. Почему? Не знаю. Буду как Аня. Ну ты и есть Аня, блядь. Ну да, в принципе. Буду знаменитый, блядь. Сходки будут, барь. Да залуп ты, Аня. Как там снимаешь, блядь, это, ну просто. Пожалуйста, дайте его на видюху захаркаем. Чё сегодня будет месиво? Да, пиздец, блядь. Да, бля, пиздец, разъебаться друг другу ебали. В кровь? Тебе, блядь, Михалыч. Мне тоже можно. Михалыч, сейчас ты ещё со мной в клуб постоишь. Хорошо, блядь. Я тебя оставлю, отпиши нахуй. Ты меня, блядь? Да. Если ты подписчики, блядь, свои 0 подписчиков, и тебя пиздец, блядь. 0? Их, блядь, 5. Их 5. Два моих аккаунта, блядь. Один его, один Машин, блядь. А чё мой-то? Подписчики. У тебя кто-нибудь левый есть? Да. Кто-то один. Кто хз? У меня, короче... Ой, Барь, чё такое? Это маленький это. Финдворк. Тут Докис, походу. Че, серьезно? Нет, Горгер. Вот значит еще есть. Пойду, короче, матанцевать. Сейчас есть ждать. Пока. Что это за говно вообще? Меня капец это просто очень удивляет. Он вроде большой. Тут. Просто половина закрыта, все. Короче, наши вступают через часа два. Как-то ждать, вот опять в KFC стоять. Опять тут, короче, и 6 касс, только 2 кассы работают. Вот, бля, сейчас стоим, ждем. To die for! Ain't no mercy, ain't no mercy. That purple Lamborghini, lurking. Ain't no mercy, ain't no mercy. Единогласным решением судей.
про Калашникова. И победителем становится Аксинин Алексей! 15 лет! Друзья, да! Короче, закончилось. Значит, Леха выиграл. Сейчас идем уже, наверное, едем уже. Нет, дурак, где нахер, Лех? Нет. Вот. Вы просто сами знаете, что Лех уже выиграл, да? Чтобы было все честненько. Чего ты идешь? Вот. Опа! Вернулся. Понял, да? Это ёпта. Посмотрим. Я Леха забать на ютубе. Короче, я блин, в районе. Ну сейчас мы, блядь, ну и все. Куда ты делся? Я здесь. Короче, это был мой влог. Если вам понравилось, оцените его лайком, подпиской, комментарием. Буду очень вам всем рад. Кстати, всем пока.